Всем-всем привет! Наши друзья в Ютубе! Большой-большой привет. Мы идем в гости на Новый год. Идем пешком, по понятным причинам, дабы выпить шампанского. Ну-ка, кто что, да. Кто что пьет. Ну, в любом случае, все без машины. Сейчас вам покажу, какой только что пошел новогодний снег. Только посмотрите. Разве это не сказочный снег? Вот она, настоящая зима. Вот она будет у нас, настоящая новогодняя ночь. На улице тепло, но с таким снегом. Мы сейчас зайдем за Леной, Ванечкой, Андрюшей и пойдем пешком, либо на такси, сейчас решим, к Наталье. Наташа с Женей живут в новом районе у нас, в Зеленограде. 23-й район, он немножко находится на отшибе, но им очень нравится. Как вам атмосфера новогодняя? Когда вы увидите это видео, то уже, конечно, во всех уголках наступит Новый год. Ну а пока вместе с вами будем сегодня отмечать его весело, как всегда, с песнями, с плясками. Все будет как всегда. О, на улице у нас. Как будто до Нового года осталось. Сейчас, кстати, уже половина десятого. 2,5 часа. Народ гуляет с детишками. Все, арки желаний. Все светится. Буквально. Сейчас народу много. Мне кажется, через несколько часов людей будет еще больше. Сейчас все Новый год встретят. Ой, у нас тут картошечку фри, шашлычки готовят. Будет здорово. Ну, друзья, прибыли мы в 23-й район на автобусе. Вот такой вот он новый. Видите, немножко удаленный. Мы на 400-й, который в Митино идет. Вот сюда спокойненько доехали. Тут у нас тоже Макдональдс, столица. В общем, все дела. Идем все навьюченные. Юра в новых ботинках идет. Сегодня в костюме, да, Юрок? Ты решил сегодня покорить. Непривычно, конечно. Непривычно. Но, думаю... Молодец. Смотрите, если мы с вами шли по бульвару в 16-м районе, сколько было людей. И сейчас идем по новому 23-му. Он пустынный, вообще никого. Вот лес. И мы идем. И больше ни одного человека нет. Вот так вот. Так, наконец-то. Привет, Машуля, добрались. Юра сегодня, видите, в костюме. Такая елка, да, классная. Машулька маленькая. В Геленджике я плюс 12. Столик. Наташ, надо вам расши. Это вы, Лена, принесли? Обратите внимание, что принесла Лена. Лена, я же говорила, что мы тоже взяли. Лена, вот туда на столик. Юра, неси нашу такое. Я хочу сделать комплимент Юре. Он такой красивый. Юра, да. Вообще, прям молодец. Ужас. Ужас, скажи. Ужас от такой красоты. Так, смотрим, значит, что у нас на сегодня, на праздник. Абрау Дюрсо. Мартини, это что? Так, это вот это следующий. Юра, доставай наши теперь. Алкоголь. Тащи так сюда. Какой будет... Мы сегодня оценим, какой из этих спиртных напитков. Друзья, так самый нельзя. Хороший. Так, наш алкоголь. Присоединяется просека. На сколько дней пришли? Вопрос дня. Что? Коньяк, Юра, подожди, коньяк в другую комнату сейчас принесу. А вот у меня есть вопрос. О, вот это да, у нас сегодня будет... В народном стиле. Отлично. Ребята, у меня к вам вопрос. Вы завтра точно уезжаете? Вот я смотрю вот на это все. Мы с ней собираемся. 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 Мандарины и, подожди, виноград достаем. Да это, достаем винограды же еще и мандарины, ты говорила. Массаж. Надо подарить курс массажа тебе балийского. В нашем делают в фитнес-клубе. Так, пойду я теперь расчесываться. Дверь открылась. Кто-то заходил. Так, наводим последнюю красоту. Расскажи, красавица. Так, ты в короне будешь сидеть, петь нам? Петь буду. Конечно, петь, танцевать. Мы, знаешь, не, Наташа, знаешь, что мы придумали? Мы, короче, придумали, так поешь красиво, а я голосом из Ералаша. У меня тоже голос, я тоже петь хочу. Так, ладно, дальше. Давай, Маша и Маване. Дядя Юра хочет вас поздравить. Никакого там прямого эфира. Ой,
Смотри, смотри, дядя Юра. Это тебе. Мармелад будете здесь есть. Посмотри на дядю Юру, он уронил тебе уже. Вот такой вот желтый. На. Так. Они тебе от нас. И хлопушку. Пойдем на улицу. У нас будет два сюрприза. Да, чтобы да? Тебе вот что такой. Что с Машей не перепутаете? Складывайте. У кого пакет? Тебе голубой. Отлично. Тащила на эту карусель. Я там как безумная орала. Ой, а волосы какие. Маш, покажись, причесон-то. Крестница моя. Наташ, у меня к тебе вопрос. Кто помнит, сколько лет мы встречаем Новый год вместе? 15. То есть, подожди, вот напомните. Мне кажется, 10 точно. Нет, смотри, мы встречали до этого Новый год, до рождения Маши. Маше 11 лет. Мы встречали до рождения. Мы жили в 1557, переходили дорогу. Это уже 12 лет. Потому что Маша родилась в ноябре. Ну да. А в январе, 31 декабря, я еще сегодня вспоминала, с Люлькой ее положили в люльку. Люлька, я помню, я с Люлькой. Оксана была. Да. Когда Люльку даже некуда было положить. У нас с Юрой, да. С Юрой, они только стали встречаться. Да. Первый год был. Я беременная ходила, они познакомились. Да. Я танцевать. Так, подожди, значит, какой Новый год по счету? Я не знаю. 16 лет, а мы все такие же молодые, да, красивые. Да, пойдемте. Знаете, что Оксана сказала, когда мы первый раз встретились с ней, познакомились, она сказала: Наташа, у нас все столько еще впереди. Да. Нет. Не, мы там на курице далеко. Ну что? А это что такое, Наташа? А что это такое? Это ты садишься и на себя, ну, чтобы какая не спать. Какая прелесть, спасибо. Видишь, четверо. Я знала, что придет у нас красивый мужчина. Ой. Наташа, смотрите, грибочки домашние. Баклажаны выращены на огороде. Ну, пусть знают, что на огороде. Нет, ладно, на огороде выращены помидорчики. Салат с кальмарами. Холодец красивый у тебя очень. И наш любимый салат с копченой рыбы, да? Это твое коронное блюдо, равных тебе в нем нет. Оливье, естественно, Наташа опять много приготовила. Причем она очень мелко стругает. И самое интересное, что тут у нас запекается что-то интересное, красивое. Зелень, а там внизу жилье. Уже все готово. Все готово, шикарно. Устала, небось. Рано. Следующий Новый год Юра у нас, как всегда, по очереди, все. Надеюсь, у нас к тому времени хоть какой-то домик на даче будет поболее. Хотелось бы домик на даче уже. Ничего не говорит. Наташа показывала мне мясо. Мы сидим с Леной и говорим, как здорово. Тут-то компания наша теплая, из года в год. Вот вы слышали, сколько лет? И так хочется, чтобы это продолжалось всегда, да? То есть я уже не представляю Новый год без Жени, без Наташи, без Маши, да? У нас даже вопрос, даже если мы не созваниваемся, у нас вопрос не стоит, да, про Новый год, что мы знаем. Пачкуется? Ваня, Маша, возьми меня с собой в компанию. Вань, да ты меня в детстве надоел, да? Или наоборот, вот пойдем. Красавчики наши. Танцуй, готовитесь к танцам? Классно. Маш, какая у тебя прическа красивая. А вот какая прядь у тебя красивая. Супер. Красотка, модница. Ой, хозяюшка. Ой, жалко, камера не передает запах. Давай, Наталья, угощай. Что, Юрочка, торжественную речь слушает? Сейчас, через 7 минут наступит Новый год. Обманывать прям так. А Ваня... У нас произошло разделение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Ну вот хорошо, когда кухня гостиная, что ты можешь разделиться. Мальчики могут за одним столом сидеть. Я, знаешь, заметила, что когда мы у Лены, мы все-таки на кухню, а потом переходим в гостиную. Да. Когда мы у Оксаны, мы сидим... Куда-то не выходим. Мы туда-сюда бегаем. То там-то, там-то, там. Здесь мы сидим. Все вместе. Ну, потому что все зависит, конечно, от того. А в следующий раз давайте сейчас выпьем за то, чтобы построить дом с камином, с баней, чтобы прям... Я уже сегодня маме рассказывала. Я говорю, мама, я вижу такую картинку, что мы встречаем все друзья. Встречаем в нашем доме, да, и мама, именно слова она подтвердит, потрескивает камин, да. И мы... И
мы наняли слуг, потому что мы не сами готовили. Нам все приготовили. Ну ладно, ты неправильно сказала. Утопия. Не, не утопия, все будет. Все будет. Главное, знаете, главное, чтобы у людей была мечта. Если во что-то сильно веришь, оно обязательно сбывается. Арка такая у нас, арка в городе такая, я ее называю арка желаний. Там 10 делений. Я говорю, Вань, сейчас под каждым проходим. Я говорю, загадываем желание. Вот я иду, у меня желание море было. Море, мне 10 дней достаточно. Я останавливаюсь, Ваня до третьей зашел, говорит, мама, я не знаю, что желать. Ну нет желаний. Я говорю, ну как у тебя нет желаний? У меня столько желаний. А нам, друзья... Нам друзья из Кемерово прислали конверт. Конверт. Разыгрываются 2 миллиарда рублей. Новогодний розыгрыш. И они нам прислали из Кемерово лотерейные билеты. Нам с Юрой, за Алине, с Виталием, Ольги. Они говорят, надеемся, что вы хоть кто-то из вас выиграет. Точно выиграешь, потому что я родилась в Кемерово. Все. Из Кемерово? Слышали? Ну все, значит, сейчас выиграем. Я говорю, и будет дом. Выиграл миллиарды, у нас все будет. Будет дом. А что у вас в апреле будет праздник? Каникулы, блин, Оксана. Что у нас может быть в апреле? Я так могу сказать, что для родителей каникулы у детей это праздник. Потому что, значит, родители могут посадить. Нет, родители могут не сидеть вечерами, не учить уроки. Это да. Учить. Скажи-ка дяде, ведь не даром. Поленая пожарная. Французов. Да, были годы, да? Схватки. А, схватки. А говорят еще какие. Для Маши поправили, правильно, про день. Это в третьем учить будем? В четвертом? Пятом. Маша, в пятом? Слава Богу, у нас еще два года. Я в пятом. Да, Маша, так, Расюша, с тобой не успевает, уже в пятом. С новым 2022 годом. Ура! 2022 годом. Давайте, Юра! Скажите, где Юра у нас? С ребятами. Все, загадываем желание. Юра, ты где Новый год встречаешь? Все, с новым 2022 годом. Ура! Елочка очень красивая. Шикарная. Куцая она, эта елочка. Подарки. У нас уже 12 часов. Я помню, что вы как-то раз нам приносили и нас угощали. Вот у меня не исчезает, у меня половинка такая сейчас лежит. Вот мы в Duty Free были, я увидела большую такую. И открыт. Ну-ка, открывай. Жень. Дай мне, Жень, подожди секунду. Куда хотел съездить? В Карелию хотел съесть. Я тоже хочу в Карелию. Я очень хочу. Он, знаешь, как хотел в Карелию? Я очень хочу. В домик, где все завалено снегом? Да. И там будет... Горел камин? Да, точно. На собачьих упряжках. Да, и в пальчиковом обратно. Да ты не понимаешь, какой... Ну, даже поехали завтра. Ну, просто дорого. Нет, я просто не могу. Мы как будем сидеть 7 дней в груши, в снегу. Я говорю, что ты перед камином, ну, вечер ты посидел. Конечно. Ну, второй, ну, третий, по-моему, уже вперед. Перебор! Я посмотрю на Андрея, ну, а он и будет сидеть. Ой. Жень, вот смотри, всегда не знаешь, что подарить мужчине. Не знаешь, что подарить. Значит, ничего не надо дарить, раз не знаешь. Вот, в общем, вот. Блин, спасибо, то, что нужно. Не за что. А что там? В общем, вот как-то так. Так, Жень, неси наш. Я не знаю, любишь ли ты чай. Ну, заваривать будет. Жду вас в гости почаще, буду заваривать тебе чай. От всей души, давай. Слушай. Спасибо. Все, чтобы все у вас было, понимаете, дома, это по-семейному, и вам чаем. За это ничего не было, да? Там не все можно. Снимайте. Давайте. Я хочу сама. Ну, давайте, давайте. Я хочу сама, Девочки, мы вам сделали такие подарки. Полуручной работы. Так, ну начнем мы с мальчиков. Это самое дорогое. Да, начнем мы с мальчиков. Нет, мы это хорошо. Ванечка, это да, тебе, чтобы ты был всегда с супер ослепительной улыбкой. Юра, здравствуй! Куранты давно пробили, уже 22-й год. Где же ты шлялся с прошлого года? Это очень вкусное, классное. Мы вообще обалденные, конечно, вообще. Это что, твой муж так вот такой был, у него был такой аромат. Так, дальше. Следующий подарок. Сейчас положим. Здесь вот это вот вы сейчас домой придете и положите. У вас одинаковые дальше. Ага. В
холодильник. Это набор для глинтвейна. Будем делать. Сделан абсолютно вот руками, да. И есть часть вещей, которые сделаны на батарее. То есть я сушила фрукты на батарее, серьезно, которые привезла из Крыма. То есть натуральные. Натуральные, да, из Крыма привезла и сушила. Вот спасибо. Здесь вот так. Спасибо. Вкладываю дальше. Самое главное. Дальше, это я показывала. Подписчикам показывала. Да, ну вот, давай, пусть мы сделали. Мы сделали в Мексике куклы. Мы сделали две куклы-закрутки специальные. Да, у меня тоже такая есть. Она у меня уже лет, наверное, 15. Она у меня вот есть. Она у меня здесь. Вот, это как символ. Красиво. Вот мой, да? И вот, Лен, это твоя кукла, это будет твой оберег. Ух ты, поняла? Вот. Спасибо. А это вот будет у Оксаны, это ее будет оберег. И когда я сказала, я не говорила подписчикам, где чья, девчонки сразу отгадали, где чья кукла. Слушай, ну это надо носить с собой? Нет, ну это просто, смотри. И плюс еще, вам одинаково, вы любите такие вещи, вот, красиво, все, да? Вот. Чтобы у вас еще главнее. Да, еще главнее подарок такой. Да, посмотри. Вот такой вот на шее было. Я очень люблю. Дай-ка посмотреть. У меня такая же, да? Подвеска. Это серебро, красивая подвеска. Ага. Она очень блестит, она яркая такая. Я очень люблю, когда у меня. Да, есть побольше лески не видно. Мне кажется, ее можно на цепочку повесить. Можно на цепочку, куда угодно. Но лески не видно, и как будто у тебя одна звезда. Звездочки наши. Так они же вроде развалились. Открывай, Ваня, спасибо, Наташа, большое. Спасибо. Так что вот там. Спасибо, Наталья, дай я тебя поцелую. Давай. Спасибо большое. Оксан, тебе все то же самое. Да, я поняла. И кукла у меня уже в руках. И у Юры. Юра, смотри, какое мыло, чтобы ты понюхай. Ручная работа. Ты делала сама руками. Нет. Ой, приятный запах. Спасибо большое. Юра, с подарком для Лены. Ты пойми, здесь проблема. Наташа, место такое. На Наташу территорию, чтобы место для Лены не подарок. Да. Так, сейчас. Так что, очередь стоит? Нет, я. Мне, слушай, Юра. Мне не нравится, почему? Что вот когда вот подарок, вот должна быть интрига. А Юра уже посмотрел твое видео. Ну, конечно, я знаю. Я там не попасалась. Чайник, значит, уже вот что делал. Чайник с чурой. Есть вот такой вот красный, зеленый, там, со всякими. Вот это уже, вот это друг. Тут еще от Андрея. Я смотрю, что у меня Андрей распаковывает какую-то коробку. И всем распаковывает. Молодец, молодец. Ну как мы тебе поздравляю. Ну как мы выбирали тебе бокалы, это была целая эпопея. Все ее знают. У меня свое видение, у Лены свое видение, но Лена свою точку зрения, ну, я прислушиваюсь, естественно. Поэтому Лен, вот тебе. Спасибо. Я не люблю вот эти, знаете, старинные вот эти бокалы, которые, для вина стандартные, они вот такие нравятся. Знаешь, чем больше, тем лучше. Лена, ты знаешь, что когда вино дегустируешь, нужно сначала размешать. Ну не так, конечно, как ты показала. Как у нас, вот они. Вот, Наташа, это эти стопки мы тебе дарили. Это наш подарок был. Так, сейчас и я осталась с подарками. Да. Вы
не понимает. Вот такой вот для ног. Ну, в ванну чинить, чтоб ноги. Да, вот это мы любим. Да, вот такое. У нас такого нет, кстати. Да. Значит, это чтоб, ну, это просто палочки, чтоб аромат. Домик, парфюм для дома. И турецкие сладости. Сейчас у нас есть и гостиницы. Вот такие подарочки. Уезжайте куда-нибудь. А помните мужичка этого, Бронислава Брундукова? Так, друзья, 3:00 ночи. Вышли на улицу. Давай, сейчас. Банька, давай. Первый. Не-не-не, у нее маленькая. Подожди, ты хоть целься-то не в нас. Что-то бедненький салютик. О! О! Этот уже получше. Но мы, как всегда, салют прозевали. Что тут говорить? Застолье. Как всегда. Забери, забери. Ну-ка. О! Есть? Да, игрушка, теперь а я. А где? Я не знаю. Где? Теперь я? Нету, Маш. Игрушки, ну тут должна написана игрушка. Где? Нашел? Нашел? Это все стоило, да? Нет. Да. Да? Так мало. Мы да. Ну написано с игрушкой. А что тебе поджигать? Добываем огниво. И как? А ты мне в руку потом дашь? Подожжем машину, слушай, на Новый год. То есть вот это вот... Ну что? Успеет она. Нет. Маша подожжет, а ты к ней подноси. Не успеет. А есть что-нибудь другое? Если она подожжет. Нет, есть хоть что-нибудь? У нас только огни. Ура! Зажгли. Ну что, друзья, добрались мы в наш 16-й район, уже проводили Лену с Ваней, с Андрюшей. И я хочу сказать, посмотрите, как здесь многолюдно, сколько людей гуляет. Сейчас мы с вами дальше пойдем, посмотрим 3:30 утра, кто чем занимается, чего не скажешь вот о 23-м районе, где мы только что встречали Новый год. Я с детьми сколько гуляет, молодцы. Ну что, Юра, тебе понравилось, как мы отметили? Как встретили Новый год? Говорят, так как ты его встретишь, так и проведешь. В танце, веселье. В шутки, веселье. Не, мы замечательно. Да, да, замечательно погуляли у Наташи с Женей. Поэтому большое спасибо. Сейчас впереди нас арка желаний. Увидите, сколько людей гуляет 3:30. У кого возможности, у кого желаний. Выпьемся за что? За то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Ну так наливай же тогда. Или только слова бла-бла-бла, да? Не, хорошо, у нас в Зеленограде очень красиво. Ладно, друзья, вот на этом я заканчиваю сегодняшнее видео с вами. Все было очень здорово. В общем, всех-всех вас поздравляю я с наступившим 2022 годом. И, конечно, желаю самое главное – это здоровья, счастья, любви, удачи, благополучия. Пусть все у вас будет хорошо в этом году. Пока-пока.